Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Александр Лифанов выиграл золото первенства мира по современному пятиборью. Тольяттинские мотоциклисты привезли Кубок России. Самарская саблистка заняла третье место на всероссийских соревнованиях. Юниорка ЦСКА «Самара» Александра Климова завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Третье место она разделила с москвичкой Евгенией Подпасковой. Обе спортсменки набрали по 10 очков. За призы на саблях сражались 56 спортсменок. Финал разыграли москвички. Золото и серебро, соответственно, у Софии Поздняковой и Светланы Шевелевой. С фехтовальной дорожки на земляную. Кубок России по спидвею разыграли в Балаково. Турнир состоял из трех этапов. На старт выходило 6 команд. Мегалада Тольятти, Восток, Владивосток, Турбина Балаково, Октябрьский, Краснокамск и Сахалин. За Самарскую область гоняли Сергей Даркин, Андрей Кудряшов и Ренат Гафуров. После первого этапа в Автограде Мегалада захватила лидерство в Башкирии. Результат закрепила, оторвавшись от ближайшего соперника Турбины на 7 очков. В Балакову гонку Лада проиграла, однако в итоге завоевала Кубок страны. Серебро у местной Турбины, бронзу увезли спортсмены с Дальнего Востока. Самарский пятиборец выиграл в Каире, Египет, первенство мира. После фехтования и плавания Александр Лифанов занимал второе место. Корейский спортсмен – первое. В конкуре 10-й результат позволил Лифанову вырваться в лидеры в общем зачете. В комбайне бег и стрельба самарец стартовал с пол позишн и до самого финиша шел первым номером. Спортсмен из Южной Кореи прибежал вторым, итальянец – третьим, отстав от Лифанова почти на полминуты. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.